Мур, привет, друзья! Это Зверько и ML Факты. Сегодня будет обзор на редкий в использовании предмет – штормовой пояс. Стоит он 2290 золотых и дает 800 здоровья, 30 регена маны, 10% КД навыков, 40 брони. В общем, всего помаленьку. Уникальная пассивка предмета, сразу переведу нормально. После активации навыка, следующая базовая атака наносит бонусный урон в размере 2% от вашего максимального ХП чистым уроном. Цель и ближайшие к ней цели будут замедлены на 1,5 секунды. КД навыка также 1,5 секунды. Хорошее свойство, что урон идет по группе, и замедление тоже. На Лисунсине, штормовой пояс. Применяем навык и наносим урон. 89 чистого урона с удара. Мало, да? Но что вы хотели, это стрелок на 7 левеле. Но его ХП пока оставим в покое, а проверим, стакается ли замедление от навыков. 243, скорость бега Эстеса. Стреляем в сторону и бьем. Теперь 219. Используем два навыка Ли, они оба замедляют, и наносим удар. 20. Ну бывает, баги вычисления. Но все-таки это значит, что замедление стакается. Вернемся к урону. Купим немного ХП Ли. Теперь пояс выбивает 106. Что же, давайте соберем шлем Небесного Стража. Он даст 1550 здоровья. Теперь пассивка пояса выбивает 132. А теперь посмотрим на популярном танке Хилосе. 13350 ХП пул, 267 урона. И 14410, это 297 урона. При уроне с руки 198. Буст урона небольшой, но он есть, и он по группе противников. На мой взгляд, главное свойство пояса – это плюс к ХП, КД, мане и броне. А в пассивке приятно замедление, которое накладывается на группу и плюсуется к навыкам. Я думаю, подойдет тем, кто часто применяет навыки. На ум приходят Хильда, Минотавр, Уранус, Акай. На этом все, друзья. Пишите, на какие предметы хотели бы видеть обзор. Подписывайтесь, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!